Итак, мы включили разрешение 2,7К, 60 кадров в секунду, стабилизация, благодаря которой GoPro получила такую сумасшедшую рекламу, что, мол, какая-то нереальная стабилизация изображения при беге, при тряске. Сейчас, собственно, мы это протестим. 2,7К, 60 кадров в секунду, и сделаем легкую пробежку. Run. В общем, пробежали 200 метров. Посмотрим, что из этого получится. Переходим дальше в таймлапс.